приветище! И гляди, гляди, у меня тут опупе, что творится вообще? Межкартонная дыра. А что будет, если мы в нее попробуем прыгнуть? Ну-ка. Ага, просто так мне не залезть. О-о-о, такое ощущение, что я могу приземлиться куда захочу. О-о-о, здорово, гоблин. А ну отхвати моего картонного меча. Получай. Чё-то как-то жутковато. Слушай, я сюда свалился. А как выбираться-то? И сверху отверстия этого больше нету. Оно словно как телепорт замкнулось. Бэкст. Он там! Быстрее, туда! Эй, помогите мне выбраться отсюда. Замуровали демоны. И голод уже подступает. Как мне отсюда выбраться-то теперь, а? Интересно, на какую глубину я провалился? Ну давай, лопата, выкапывай меня отсюда скорей. Я чувствую, что чуть-чуть осталось. О, зелененькая травинка. Ее, свет, белый свет, наконец-то я выкопал. Фух, ты посмотри, какой там туннелище. Я копал, наверное, минут 10. Ух, наконец-то, свежий воздух. А где моя квартирка? А, вон. Пойдем скорее посмотрим, исчезла ли эта межкартонная дыра. Где-то вот тут она была, во. О, вот она еще здесь. Ты прикинь, это получается, я могу упасть куда захочу. Офигеть, просто можно. Смотри, какие там кристаллы, классные. А вот этот туннель это я прорыл. Я его отсюда вижу. Ты смотри, какая глубина, а. Так, а что будет, если я сейчас вот этот вот кусочек земли просто здесь вот уберу? Давай. Сломалась лопата, и межкартонная дыра пропала. Ну, на самом деле, это даже к лучшему. Она меня, если честно, очень пугала. Значит так, мы сейчас с тобой создаем быстренько табличечку, которую поставим рядом с нашим подземным проходом. Откуда мы выбрались только что. И напишем здесь. О, то, что надо. Вот так вот. А, надо было развернуть. Отсюда нечитабельно. А если отсюда идти, тут вроде читабельно. Да ладно, главное, что табличку видно. Это самое важное, потому что она мне не позволит провалиться в этот глубочайший туннель. Значит так, мы возвращаемся ко мне домой. Сейчас я хочу быстренько посмотреть, что нам нужно для того, чтобы сделать вот такую вот крутую копалку. Я хочу автокопалку. О, вот она, механическая копалка, которая быстро копает мягкий грунт. На нее нужно золотой слиток. Ага, значит, где-то золотую руду надо добыть. И вот такие шестерни у меня есть. Дубовая древесина, ерунда, и полоски есть. Понял, значит, нам нужно отыскать золото. Чё, по землю пойдем? Или вначале выполним задание победить робота-прототипа? Я даже не знаю. Короче, подземелье нас подождет. Предлагаю отправиться в центр этого черепка и посмотреть, что же там. Все, помчали. Солнце село. Бродить по такой местности ночью опасненько. Поэтому я остановился вот тут в горах. Чуть-чуть осталось нам дойти до черепка. Сделаем здесь привальчик небольшой. Вот, тут как раз у нас в горе есть какой-то прокопанный туннель. Непонятно, правда, что здесь. Может быть, здесь другие люди жили? Ух ты, какое сияние! Что это за... Ну-ка, что это за... Посмотрим. О, изумруд, у меня еще такого не было. Сгодится для магического стола. Потом зачарую себе какую-нибудь вещичку. Настал рассвет. И кажется, к нам прибежал гоблин. Ах ты ж. А, сломался. О-о-о-о-о, тихо, бежим. ХПшечек мало. И кажется, у меня меч сломался. Это вообще печаль. Достаем лук. Получай. Чё ты встал? Костлявая ты нога. Вот так вот тебе. Е-е-е. Да, печаленько как-то получилось. Нужно срочно смастерить себе какой-нибудь меч. Для меча у меня все в принципе есть, за исключением прочного куска дерева. Ну что ж, это не беда, сейчас мы срубим какой-нибудь кусманище. Опа! Надеюсь, это дерево подойдет. Отлично, можно скрафтить. Так, какого же типа у меня теперь будет меч? Пойдет. Сейчас мы еще тут дырочку вырежем красивенькую. Во,
Месяц. Знак месяца, правда, он на банан больше похож, но ничего, пойдет. И у нас вновь есть меч. Вот он какой. Ну что ж, солнце взошло. Ух, аллилуйя. Как же я люблю смотреть на здешнее солнце. Ну, а мы продолжаем наш путь. Так, а куда нам идти? В какую сторону? О, мы в другую сторону смотрим вообще. Нам надо вон туда идти. Все, побежали. Ух ты, смотри, там какая здоровенная каменная глыба стоит. Прям любопытно, что же там? Смотри, там какие-то ящероподобные стоят. О, ну-ка пойдем поздороваемся с ними. Эй, синие ящеры. Это динозавры, и у них в руках булава. Вот это жесть. Ну-ка пойдем поближе подойдем. Здорово. Ты кто такой? Как тебя звать? Не подходи ко мне. Это ящер. Его просто ящером зовут. Ах ты ящерица синяя. Да я сейчас тебе... Блин, он очень мощный, слушай. Я прямо его бью-бью. Кажись, надо доставать лук. Получай по своей ящерской твердолобой башке. Блин, да я в него сейчас все высажу. Оу, больно. Валить надо. Ай, подкрепиться. Что-то он слишком жесткий. Зря я, походу, на него нарвался. Надо стрел понаделать побольше. Так, нужен плотный камень. Ага, сейчас добудем. Здесь, благо, камня много. Оу. Оу. Ты это видишь? Опять межкартонная дырень. Офигеть. Ну-ка, пошли-ка вниз. Хочу. Эй, ну что за подстава, блин. Короче, подстава поставой, но камень мы все-таки добыли. Сейчас намутим себе этот стрел. 30 штук, во, пойдет. И пойду я все-таки попробую замочить этого ящера. Надеюсь, он ХП восстановить еще не успел. Где ты, друг мой синий? Синий друг. Иди сюда. Интересно, попаду с этого расстояния или нет? Вот так. Есть, попал. Он, кстати, меня, походу, не видит. А, нет, увидел. Как Риана бежит, а. Да, замочить его будет очень сложно. Бежим. И Нитро, не подводи меня. Не подходи ко мне, глупый ящер. Отойди от меня подальше. Не трогай меня. Мне главное не нарваться на другого ящера, который сзади вон там стоят. Ну чё, давай в ближний бой переходим. Воу! Блин, вот это подстава. Я упал в яму какую-то. И да, не просто будет выбраться. Ну чё ты стоишь, смотришь на меня? Ладно. Стой! Ах ты засранец, убегает. Да что ж такое, что ж за день-то сегодня, а? Стой, говорю! Мы ещё с тобой не договорили. А, у него ХП уже восстановились. Ну капец. Яма, всё из-за тебя. Ладно, давай посмотрим, что у нас тут в этой яме есть. Здесь вот медная руда. У меня ее много уже, не хочу добывать. Нет здесь ничего, пустотень. Никаких интересных ресурсов. Почти, чуть-чуть осталось. Вот так вот тебе. О, куча мяса выпала и крепкая шкура. Ну, я ожидал большего, если честно. Ладненько, продолжаем наше путешествие к нашему черепку. Я немножко отклонился. Нам вон туда надо. Так, я здесь видел какого-то красного ужасного монстра. Он спустился вниз по сопке. Опачки. О, и там, смотри, сколько всего интересного. В горе раскрылось. Так, главное сейчас не отхватить люлей. Вот он. Кто это такой? Ой, что-то прям очень ужасное какое-то существо. О, это динозавр! Если честно, я думал, они вымерли. Ну-ка, динозаврик. Не обессудь, но я хочу твою душу. Слушай, я его, походу, не грохну. Воу, пол ХП мне сразу. Ай, попенца моя. Бежим скорее от него. Не-не-не-не, я пошутил. Нарвался же я на элитку. Нафиг. Куда бегу, не знаю. О, нифига себе, вот это прощелины там, а, в этой горе. Все, отстань от меня. Фух, вроде все. Так, значит, надо посмотреть карту, где я нахожусь. О, так я уже почти нашел. Какая огроменная сопка, блин. Вон там очень интересная какая-то пещера, словно там гномы поработали. Ладненько, сейчас еще чуть-чуть, и мы... Угу,
Обходим стороной. Не-не-не, я больше не хочу что-то на них нарываться. Блин, как же тут красиво, а? О, опять меж картонной дыры. Смотри, какая она здоровая. Офигеть, вот это расщелина. А, все, исчезла. Надо было в нее быстро прыгать и не думать ни о чем и не разговаривать. Фух, ну вот и дошли. Уже, правда, ночь. Мы вот здесь, а точку, которую я отметил, здесь. То есть вот эта огромная гора, это и есть черепок. Сколько в ней расщелин и пещер. Меня прям туда манит и манит. Пойдем-ка по... Подожди, а что это там красное горит? Кто это там такой? Не понял. О, их там двое. И это похоже на людей. Так, сейчас я подкреплюсь. Достаем лук. Ребята, это же роботы! О май гад, это же киборги! С крутыми какими-то мечами, ты глянь только на них. Жеванные болтики! Так, если я, интересно, одного трону, они вдвоем побегут? Или один на один будем биться? Блинский блин. Чё, давай попробуем ушатать одного. Так, сейчас ему промеж глаз прям. Лови! О, 2000 у него хп. Придется побегать немножечко. А мечи-то, кстати, у него крутые. Чё это ты назад отходишь? Блин, стрелы закончились. А ну-ка, если в рукопашку к нему подойти. Получай по жопе. Воу, как он разложился. А ну иди сюда. Нифига себе. Не-не-не-не, я пошутил, он сейчас меня укокошит. Ай, больно, отстань от меня, не беги за мной. У меня жопа загорелась от их красных лазерных мечей. Так, походу мне с ними еще очень рановато драться. А называют они себя, знаешь как, дроны пустоты. Очково звучит. Короче, фиг с этими дронами, пошли лучше по пещерам пошляемся. Опа, дошарился я по пещерам, смотри там, какая штукенция бродит. Чё, пойдем за ней. Ух ты, изумруд желтый. Я еще таких не встречал. Господи, как там глубоко, и здесь изумруд. Так, значит, опа, упал, случайненько. Ладно, добываем изумруд желтый. Ёкарный, ты посмотри на этого гиганта. Если я сейчас пошевелюсь, мне кажется, что он мне жбан откусит своими клешнями. Жуть. А я всего лишь навсего хотел вот эту руду добыть. Не достаю. Нужна другая кирка. Что ж это за руда-то такая? Чувак, можно я ближе подойду к тебе? Ты же меня не укусишь. Ты вроде не красным светом сияешь. Воу! Кажись, зря я это сделал, он на меня напал! Так, где мой меч? Где мой меч? Он, правда, бьет не очень больно. Но я думаю, что... Да, я, кажется, сейчас его уделаю. Получай! Эй, ржавая банка, ты куда делась? А ну, выходи. Я с тобой еще не договорил. Блин, демоны тут появились. А вот он, ты... Как это ты там наверху-то очутился? Получай, блин, еще и демон сюда нарвался. На тебе, по металлическим твоим деталюшкам. Чуть-чуть осталось. Вот так вот. Задание успешно выполнено. И я, кажется, получил какие-то металлические детальки. Ну эти шестеренки у меня уже были. Я их у гоблинов отжимал. Ладненько, следующее задание — это золотая лихорадка. Сделать из золотой механический бур. Как раз то, что я и хочу. Осталось всего лишь найти золотую руду. Где она только может быть? Я и так в какой-то заднице хожу, тут еще демоны какие-то проскальзывают местами, как призраки. Так, о! Изумруд какой-то фиолетовый надо взять. Блин, как же там глубоко. О! Гоблин нарисовался! Ах ты, зеленка поганая! Отхватил лещей? Вот и нефиг было на меня лезть. О, смотри, там зелененьким как светится. Зеленый изумруд. Сколько же здесь изумрудов? О, чуваки, я сюда случайно забрел. Я не хотел. Блин, вот это я попал. Черт, какие-то звуки еще страшные сдаются. Кажется, в этих пещерах очень много всякой живности.
О, руда! Золотая руда! То, что я искал годами. Ну как годами? Всего пару дней. Так, надо ее добыть. По-любому нужна медная кирка. Чего? Нужна кирка получше? Блин, походу нужна железная кирка. Так, ты... Воу-воу-воу, что это такое прибежало? Отстань от меня! Что это за дикарь какой-то? Гоблин-дикарь! И он причем очень больно бьет. Так, надо валить отсюда, надо валить! А то на меня сейчас сожрут. Ой, не, чуваки, не к вам, не к вам. Надо валить не к вам, это точно. Да блин. Вот так вот, бежим. Черт, я убежать отсюда никуда не могу. Сколько здесь всего. Сколько всякой дряни. Чуваки, чего вы на меня смотрите? Не лезьте на меня, я пытаюсь убежать. Да блин, не могу перепрыгнуть. Они смотрят на меня, как будто я в цирке каком-то выступаю. Ох, больно. Ой, здорово. Кажется, я очень глубоко забрел. Я упал куда-то очень глубоко. И это не камильфо. Так, кажется, надо выбираться отсюда каким-то макаром. Только каким? Короче, ты посмотри на этого демона. Блин, как он меня пугает. Надо замуровать его. Сейчас. Вот так вот, чувак. Просто исчезни из моей жизни. Если ты не можешь победить вражин, что с ними делать? Правильно, замуровывай. Так. О, что это за механическая фиговина какая-то, а? Да блин. Блин, я, кажется, еще глубже куда-то провалился. Отстаньте от меня. Нечистые механизмы. Знаешь, что обидно? То, что золотая руда вон там, а я ее нифигашеньки и добыть не могу среди этих монстрюганов. Ух. Потому что нужна другая кирка. Металлическая, не медная. Мне раньше кто-нибудь об этом сказал? Какую же я задницу попал? Теперь надо еще суметь выбраться живым отсюда. Есть кто здесь, а? Фух, вроде никого. Так, тихонечко карабкаемся наверх. Есть... О, нам вон туда надо. Все, полетели. Грязюка, выручай меня. Вся надежда только на тебя. Чего ты смотришь? Не смотри на меня. Хорошо, что ты прыгать не умеешь и карабкаться по стенам. Есть! Выкопались! Наконец-то! Полчаса выкапывался с недр этой пещеры. Офигеть. Ну все, пора домой. Хватит с меня этих пещер и чудищ. Сейчас я только здесь меточку поставлю на карте, что здесь у нас есть очень глубокий туннель внутрь пещеры. Наконец-то дом, милый дом. Опа, не понял. Че это вы тут третесь возле моей таблички? А ну ушли от нее. Ну, наконец-то, все. Дошли, значит, до дома. Теперь нам нужно быстренько соорудить. А, подожди. Кстати, надо в горне попробовать мясо запечь. Да. Фига лысого. Не получается. Понятно. Значит, нам нужно сделать кирку. Значит так, чтобы добыть золотую руду, нам необходимо сделать железную кирку. Для этого нам нужен железный слиток, 11 штук. Дубовая древесина, 6 штук, и полосы грубой кожи. Полосы у меня где-то были, вот тут. Да, 3 есть. А дубовая древесина... Не, ее походу, нигде нет. Ладно, пошли добывать. Кабан, чё ты палишь? Щемись, тебя сейчас зацепит. О, бронебойный какой-то кабан попался. Ну, в общем, древесина у нас теперь есть. Теперь нужно переплавить железную руду в слитки. Делаем. Все, 11. Ништяк. Вроде бы все собрали. Делаем нашу железную кирочку. Да, хотел что-то необычненькое сделать с киркой, и в итоге получилось вот это. Ладно, пойдет. Итак, кирка сооружена. Теперь можно... А, подожди, где она? О, теперь можно добывать золото.